Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна, и сегодня мы будем выполнять, надеюсь, классный макияж вот такими очень красивыми, очень прикольными и стильными новинками от iHeart Revolution. Это палетки теней вот с такими милыми песиками. Первой вышла вот такая вот палетка, классическая, в такой коробочке она приходит, смотрите, какое милашество, просто... Это классическая палетка, и вслед за ней вышла вот такая палетка. Это те же самые песики, но только на дискотеке. И эта палеточка приходит вот в такой стильной диско-коробке. Что хочу сказать, эти палеточки я заказала на Wildberries плюс-минус 1000 рублей, да, то есть 800-1200 можно на Wildberries высмотреть, выследить скидку и закупиться. Эти палетки вдохновлены, как вы поняли, уже милыми пушистыми песиками. Все эти песики абсолютно реальны и принадлежат людям, да, которые работают в фирме iHeart Revolution. Ну, по крайней мере, как я вычитала в интернете. Первый песик – это Бисквит, это Коко, Бруно и Блонди. В общем-то, познакомьтесь с нашими новыми друзьями и вот такими вот палетками. Я долго выбирала, какую палетку я хочу больше. В итоге я купила две, потому что выбрать я так и не смогла. Как и все палеточки от iHeart Revolution, они вот здесь вот такие прорезиненные. Не согласитесь, они очень милые, они очень стильные. Ну и вот эти вот диско-песики, это вообще огонь. Но прежде чем приступить к макияжу глаз, я скажу пару слов о том, что уже у меня на лице нанесено. Это вот такой вот гений увлажнения от L'Oréal с соком алоэ. Это аквафлюид, он шел по каким-то... супер скидкам на Озон, я повелась и заказала. Из плюсов здесь 70 мл, из минусов здесь состав. Я когда пришла и протестировала этот гель, нанесла его на руку, я почувствовала просто запах спирта, и я открыла состав, в общем-то. Так вот, здесь, ну, кроме воды, геля, ну, сока алоэ, дальше у нас в составе идет глицерин, алкоголь денат и диметиконы. Поэтому, в общем-то, этот крем я вам рекомендовать не могу. Если у вас жирная комбинированная кожа, первые 2-3 дня он будет работать прям классно, у вас будет такая матовая кожа, она не будет жирниться, но если вы будете им пользоваться на регулярной основе, а еще, не дай бог, утром и вечером, как здесь написано, то попрощайтесь вообще со своей кожей, она начнет сохнуть, она начнет жирниться, она начнет впадать в панику. Поэтому, если вот такой гель вы все-таки решите приобрести, используйте его, ну, на особый случай, да. Он очень легкий, да, он матирует, да, но это очень... спорный продукт, поэтому если хотите купить, то покупайте и пользуйтесь там, ну, раз-два в неделю, и уж точно не на там обожженную, загоревшую кожу, ну, например, вчера вы позагорали, а сегодня вы себе спирта на лицо нанесли, и просто, вот. Потом, что я еще нанесла себе на лицо, это тональный крем, в этот раз это Aqua Boost Illuskin в оттенке 40-832, это от Oriflame. Увлажняющая тональная основа, которая дает вот такой вот легкий влажный финиш. Она идет с SPF 20 и на лето прям идеальный вариант. Еще я люблю такую же основу Everlasting, да, нет, да, Everlasting суперустойчивую. Ну, в общем-то, или то я летом всегда пользуюсь. Плюс я зафиксировала... тон вот такой вот пудрой от Fit Me. Про нее у меня выйдет отдельное видео о косметике Maybelline. Ну и, в общем-то, сделала брови, да. На бровях у меня тени от Faberlic, как обычно. И вот такой вот фаберликовский закрепляющий прозрачный гель для бровей. В общем-то, ну вот так я выгляжу без макияжа. А, ну и под глазами у меня Beauty Lab от Faberlic. Ну, такая фишка, если тени немножко осыпятся, то мы с вами вот так вот раз-раз-раз все сделаем, и осыпушки уйдут. Ну, и давайте мы нанесем теперь базу
под тени, да, вот такую вот. Ай, это у меня First Class от Faberlic. Мне нравится. Да, это вообще как бы корректор, да, то есть и можно там и прыщики маскировать, и под глазки наносить. Но я использую его в качестве базы. Что хочу сказать? Я сегодня хочу сделать макияж такой более, не знаю, хочу лиловый, что-то такое лилово-розовое. И, конечно же, сводчи палеток я вам, думаю, уже показала, да? Плюс будет в конце видео на руке сводчи всех палеток будут. Ну вот, смотрите, вот с этой палеткой я уже делала макияж неоднократно. Мне нравится, что она такая теплая, что она золотистая. Если вы любите теплые оттенки, то присмотритесь к ним. И хочется сказать, что вот в этой вот палетке у нас есть пигменты. А нет, в этой палетке у нас нет пигментов, вот в этой теплой палетке. А вот в этой у нас есть пигменты. Как узнать, где пигмент, где не пигмент? С обратной стороны палетки есть наклеечка, где звездочки нарисованы, возле каких теней, там пигменты, в общем-то. Все тени хорошо наносятся, но единственное, они разные по консистенции, да, по помолу. И, в общем-то, так же, как все тени от iHeart Revolution, у меня есть с арбузиком обзор на эту палетку, у меня есть палетка Tasty Latte, если не видели, то посмотрите. Вот, они вот, ну, все похожи, да, тут просто другая цветовая раскладка. Чего-то нового в плане текстур здесь вы не увидите. И так как я хочу сделать такую лиловую, да, лилово-сиреневый, какой-нибудь розовый макияж, ну, что-то в этом духе. Так, сломала ноготь, ну, ладно. Я хочу использовать вот эту палетку, тем более, что я ей практически еще не пользовалась, только так, точечно. Ну, давайте. Давайте, пожалуй, с вами приступим. Возьмем кисть и нанесем. Наверное, вот этот вот светлый оттенок на подвижное веко. Знаете, мы вчера снимали с сестрой сводчи, и я поняла, что некоторые оттеночки, они не совсем так выглядят в палетке, как они выглядят в жизни. Ну, я, наверное, вот так вот прям нанесу на все веко. И на подвижное, и под бровь. Я не знаю, что получится. Да, я еще раз говорю, я вообще не визажист. Я сам себе визажист. Да, я люблю краситься, но это, скажем, не моя работа, да, это просто мне нравится делать. Итак, я наношу вот эти вот тени на все веко. Вот. Не знаете, уже красиво. Вот уже сияет, да, уже так блестит. Мне нравится. Далее. Я возьму круглую кисть бочонок и нанесу. Так, какие же тени? Вот эти вот тени, вот эти вот диска нанесу во внешний уголок глаза. Ну вот, я нанесла во внешний уголок. Дальше я хочу во внутренний угол. Нет, внутренний угол мы пока оставим. Я хочу пройтись по складке века, опять же, вот этой кистью и вот этим вот оттеночком, такой пыльной розы. Так, я набираю. Честно говоря, я вот больше люблю такие. Ой, я взяла свое страшненькое зеркало, простите, все должно быть красиво. Вообще, я люблю такие макияжи, знаете, растушеванные, с дымкой. Я не люблю острых углов в макияже. Я люблю, чтобы все так было растушевано, чтобы все было красиво, плавно и переходило, ну, так скажем, да, из одного в другое. Поэтому вот эти новомодные макияжи, да, они, конечно, там классные, стильные, но вот чисто на каждый день я вот предпочитаю такую классику. Напишите, пожалуйста, какие макияжи вы предпочитаете, если вам, конечно же, не сложно. Так, потом я беру растушевочную кисть, это у меня Oriflame, искусственная кисточка, и вот так вот раз-раз-раз.
прохожусь и растушевываю, да, чтобы оттеночки между собой подружить и не было каких-то резких-резких переходов. Так, в серединку, может быть, мне нанести какой-нибудь оттеночек, знаете, более... Ой, наверное, я сюда нанесу не розовый оттенок, а вот такой вот селебрейт, да? Он, знаете, он тут в голубоватом выглядит в палетке, а на деле он такой серенький. Я возьму спонжик и вот так прям на подвижку, в серединку. Ой, так здорово наносится, смотрите, да? Видно прям. На подвижку вот так в серединку нанесу на один глаз и на второй глаз. И в внутренний уголок нанесу вот этот вот оттенок Dance Floor и вернусь к вам. Знаете, вот этот оттенок Dance Floor, он немножко сыпучий такой. Помола мелкого здесь нет. Ну ладно, нормально, сойдет. Дальше, нижнее веко. Вот отсюда я буду брать оттенок данный, такой вот коричнево-серый. А на внешний уголок выведу вот таким оттенком паути. А, все, показываю, вот он. Вот он такой розовенький. Так, давайте попробуем, что из этого получится. Очень даже интересно. И напишите в комментариях, пожалуйста, какая палеточка понравилась вот именно вам больше. Какую бы палетку вы себе приобрели, да, может быть, уже приобрели. Если у вас такая палетка уже есть, то напишите, пожалуйста, как вам качество, как вам оттеночки, как вам дизайн. Ну, дизайн, мне кажется, тут вообще вне конкуренции просто, да. Классный дизайн, особенно для любителей собачек. Я не являюсь любителем собачек, знаете, сейчас расскажу вам свою грустную историю. Я вообще собак всегда любила всю жизнь, вот, я любила собак. Я даже, ну, там, когда маленькая была, да, я, понятное дело, там всегда просила у родителей собачку, там, ну, вот эти вот истории, и я... Потом, когда уже думала, ну вот вырасту, да, родители собаку там не покупают, думаю, ну вот вырасту и точно собачку себе заведу, потому что, ну, собачку прям хотелось. Вот, и, ну, знаете, что произошло? Оказалось, что у меня аллергия на собак, и поэтому у меня такая аллергия, причем, знаете, я не то что там чешусь, да, я просто начинаю задыхаться сразу и все. И никаких проблем, никаких мук, просто задыхаюсь, не могу дышать, вылажу в открытое окно и только тогда как-то спасаюсь. Вот. Мне не хватает, знаете чего, мне не хватает света, мне не хватает чего-то яркого. И я, наверное, вот этот оттеночек возьму, красный, матовый, и куда-нибудь его еще в серединку. Немножко бахну, вот так вот, наверное, как-то вот так вот, поверх вот этого серенького, да, немножечко еще нанесу. И, в общем, вот у меня у сестры появилась собачка Рома, вы его видели, да, в некоторых обзорах там у меня, да, ну и так мы там говорим про него. В общем, я бы его любила, если бы я от него не задыхалась. Вот честно, я собак люблю, но... Как-то вот моя любовь перешла больше на котов теперь. Вот, вот такой макияж, да, то есть достаточно легкий. Но я потом вам фото еще сделаю, потому что камера, она немножко съедает. И хочу протестировать вот такой карандаш для глаз от фирмы Fares. Он стоит что-то около 150 рублей на Wildberries. У меня это оттенок 111. Это не гелевый карандаш, но смотрите, какой он яркий, флюоресцентный. Там таких карандашей... На Wildberries, вот именно этой фирмы, просто тьма тьмущая. И, знаете, я тоже посмотрела обзорчик одного блогера. Она сказала, что, типа, классные карандаши. Но я решила тоже себе взять, потому что вот хотелось на лето как раз какой-нибудь такой яркий розовый карандаш. Вот внешнее веко, да, верхнее веко. Ну, смотрите, прям сразу, да, приобретает цвет. Что хочу сказать, наносится он не совсем беспроблемно, он немножко крошит
Да, и немножко, ну так, залипает, но знаете, за 150 рублей и за такой классный оттенок это ему можно простить, ну давайте будем честны, да? И я беру вот такую кисточку для растушевки фаберликовскую и растушевываю этот карандаш. Вот так просто растушевываю, растушевываю, и он практически пропадает. И он практически пропадает, да. Кстати, ну да, вот для растушевки, видимо, он не совсем подходит. Им надо вот прямо рисовать линию, и тогда будет вам счастье. Вот, как-то так, да, вообще незаметно, как будто бы и не рисовала. Поэтому давайте я еще водную линию им подведу. Вот по водной линии рисует прям классно. Не знаю, надолго ли его хватит или нет. Ну, будем смотреть. Сейчас со вторым глазом, да, то же самое я проделываю. Ну, вот по водной линии прям хорошо рисует. Ну, и чтобы не было эффекта воспаленный глаз, я рисую себе стрелочку вот таким маркером от Maybelline New York. И я рисую стрелочку небольшую, такую тоненькую стрелочку себе сейчас нарисую, вот прям поверх растушеванного вот этого карандаша. Вот, и что хочу сказать, я рисую стрелочку, то есть видите, от внутреннего уголка и вывожу хвостик. Тут смотрела видео, нет, я не могу говорить и краситься одновременно. Некоторые рисуют сначала хвостик стрелки, потом уже века подводят. Вот напишите, как вы делаете, потому что реально мне стало интересно. Я никогда вот пока обзоры там смотреть не стала, даже не догадывалась, что некоторые люди делают вот так, а не так, как я. Итак, стрелки готовы. Лицо я оформлю при помощи вот этой вот универсальной палетки, тоже от iHat Revolution. Я вам ее уже показывала, да, в своих обзорах. Ну и так как макияж у нас получился достаточно теплый в таких розовых оттенках, да, я, наверное, возьму румяна отсюда и возьму, я, наверное, возьму вот этот вот белый хайлайтер холодный. Нанесу его на скулы вот так сверху, да, плюс я всегда продлеваю. Знаете, если вам не нравится сияние хайлайтера, ну, там сильно он блестит, например, на вашем лице, да, то есть такой, ну, такая, ладно, скажу лайфхак. Можно прибить, просто взять влажный спонжик, тот, которым вы наносили тон, и вот так вот прибить, и тогда сияние будет не таким ярким, да, не таким сочным. Далее я возьму румяшки из этой же палетки. Румяна здесь розовые, с блеском. Вот, ну, чисто вот на яблочке щек. Улыбаемся. И красим. Так, и на вторую щечку также. Нанесли. И, в общем-то, да, и макияж лица у нас готов. Я не хочу как-то супер тут что-то скульптурировать, потому что, знаете, на улице жарко, не хочется на себя 10 слоев наносить всяких разных продуктов. Кожа подзагорела, загорелая кожа, она сама по себе уже красивая, да? И поэтому немножко сияния, и мне кажется, вполне себе достаточно. Ну и у нас осталось нанести тушь на ресницы. У меня тушь Sky High от Maybelline, и эту тушь я уже подробно рассмотрела. Покажу вам в отдельном видео, у меня будет отдельное видео про Maybelline New York. Ну и, в общем, наношу ее на верхние и нижние реснички в два слоя. У нее силиконовая конусообразная кисточка, такая щеточка скорее, да? И она, ну, неплохо разделяет ресницы, хорошо наносит продукт. Тушь хорошая, но эффекта вау нету. В общем, когда у меня макияж будет готов, я вам сделаю, конечно же, еще фотографии, да, фотографии своего макияжа.
И прикреплю еще один макияж, который я делала вот этой базовой, да, светло-сиреневой палеткой с щенками. Напоминаю, да, что все фото моих макияжей у меня на канале сделаны при естественном освещении, без всяких фильтров, без всякой обработки. Ну, просто моя камера, она не вытягивает, она все равно не показывает, да, вот всех полутонов, всех оттенков, которые я хотела бы вам показать, а на фото это, ну, более реально настрой, да, у меня никакая не профессиональная там камера, вы это все знаете прекрасно, да. Ну, в общем, вот она, тушь Sky High в один слой на моих ресницах, да, ну и второй слой наношу, вот. Есть разница? В один слой и в два слоя, да, по-моему, есть. Вот такой легкий летний нюдово-розовый макияж у меня получился при помощи вот этих вот двух палеток. Мне эти палетки нравятся, мне обе эти палетки нравятся, все отражается, да? Мне обе эти палетки нравятся, они обе хорошие, красивые. Вот эта палетка, она, конечно, для любительниц теплых оттенков, золотистых оттенков. Я являюсь любительницей золотистых оттенков. Я люблю золотые тени, персиковые и так далее. Но вместе с тем здесь есть и серые, и холодные тона, кстати, коричневые. И вот эта палетка, она, конечно, уже такая более яркая, более вечерняя. Но опять же здесь и розовые, и коричневые, и зелено-серые оттенки, да, то есть эта палетка более темная, эта палетка более такая ежедневная, но обе они очень красивые, обе они мне понравились. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вам мой макияж, какая цветовая раскладка палеток вам больше понравилась и какое оформление вам больше понравилось. Ну, по-моему, это просто прелесть. И в качестве подарка, да, если учесть, что эти палеточки, они еще вот в таких коробках приходят, ну, это вообще прям здорово, да. Напишите, пожалуйста, в комментариях, в общем, какая палеточка нравится вам больше, как вам мой макияж. А, и пока болтаю, нанесу на губы вот такой бальзам от Vivienne Sabo. Это оттеночный бальзам, я его на Wildberries покупала, 200-250 рублей примерно он стоит. У меня в оттенке 0,1. Очень хороший бальзам, но у него есть большой минус. Смотрите, он тает. Он прям тает, и он мне пришел уже полурастаявший. Но вот этот оттенок, 0,1, он на губах смотрится вот прям, видите, такой натурально нюдовый. Губы такие сразу пухлые, такие блестящие, да, вот как такие детские губы, я не знаю, вот. Вот такие, вот, я не знаю, хочется трогать, они как персик, губы получаются. В общем, хороший бальзамчик на лето, вот самое то. Там много оттенков, но вот я выбрала для себя по рекомендации опять одного бьюти-блогера вот такой оттенок и ничуть не пожалела, но его огромный минус в том, что он тает просто, как не знаю кто. Вот, да, ну, носить его с собой куда-то летом в жару нереально, он даже дома тает. В общем, жду ваших комментариев по поводу этих милых палеток. Я не знаю, но я надеюсь, что мой обзор был для вас достаточно информативен. Тени эти хорошего качества, они тушуются, они не скатываются, они как с базой, так и без базы ведут себя отлично, и мне они понравились. Ну и вот такой вот макияж мой сегодняшний, такой легенький, простой, на скорую руку, пожалуйста, тоже оцените. Я надеюсь, что подобного плана ролики на моем канале приживутся и будут, ну, популярными, тоже будут набирать хорошее количество просмотров, лайков и комментариев, потому что, ну, как бы иначе смысл, да, мне их снимать и ронять рейтинг каналу, потому что, ну, я хочу, чтобы мой канал был более разнообразный, а не только, там, Фаберлик, да. В общем, голосуем за палетку, какая вам нравится больше, и подписываемся на мой канал, ставим лайк и оставляем комментарий. Всего вам самого доброго, всего вам самого милого, прекрасного и уютного. До новых встреч на моем канале. Я вас, как всегда, рада буду видеть в своем новом видео. А на этом сегодня у меня все.
Пока-пока. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни собачей собака бывает кусачей. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска. И каждому ясно, что эта собака не круглая сирота. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей, только от жизни собачьей собака бывает.